прожить спокойную жизнь. Не надо много ума, течением сильным река тебя направит сама. Но если в сердце твоем небесный есть огонек, то он тебя поведет куда другим невдомек. Другим невдомек. Тут зазвучат голоса, что страх сомнения несут. Зачем пойдешь ты туда, где не хотят и не ждут? Но если в сердце твоем небесный есть огонек, ты просто уши заткнешь, шагнув за дома порог. За дома порог. Именно там должно быть нам, где нужен Бог одиноким сердцам. Где в небесах души кричат, весть о Христе должна прозвучать. Должна прозвучать. Нет места здесь на земле, где не нужна благодать. В дворцах и зданиях церквей она должна возвещать. И если в сердце твоем небесный есть огонек, оставив теплый свой дом, шагнешь в бурлящий поток. В бурлящий поток. И к самым темным местам, в сгущении мрака и тьмы, где боль и злоба в глазах, должны быть посланы мы. И если в сердце твоем небесный есть огонек, туда покорно пойдешь, куда направит твой Бог. Направит твой Бог. Именно там должно быть нам, где нужен Бог одиноким сердцам. Где в небеса души кричат, весть о Христе должна прозвучать. Должна прозвучать. Зачем нужна еще жизнь, как всю ее не отдать? На то, чтоб верно служить и приносить благодать. И если в сердце твоем небесный есть огонек, давай же вместе пойдем нести спасение глоток. Спасение глоток. Именно там должно быть нам, где нужен Бог одиноким сердцам. Где в небесах души кричат, весть о Христе должна прозвучать. Именно там должно быть нам, где нужен Бог одиноким сердцам. Где в небесах души кричат, весть о Христе должна прозвучать. Должна прозвучать. Должна прозвучать. Должна прозвучать. Должна прозвучать.